Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Это мое окно, это не картина, это мое окно. Сейчас у меня вот на подоконнике цветут вот такие цветочки. Давайте мы их рассмотрим повнимательнее. Красивые цветы. Я вам дарю благословение вам и всего самого хорошего. Сегодня, девочки, очень важная тема у нас. Какая у нас тема? Ну, кто знает, во-первых, я занимаюсь космецевтикой. Приготовьте кофе свой. Космецевтика, ну, это считается элитная косметика для тех, кто желает поспорить со временем. А я со временем спорю постоянно. Они заговорили совсем сравнительно, скажем так, недавно. И не каждая женщина имеет представление о том, какие функции выполняет космецевтика и чем ее отличие от обычной косметики. Об этом я бы сказала так. Вот есть косметика и есть фармацевтика. Вот от этих двух слов косметика и фармацевтика получилась космецевтика. Это говорит о том, что космецевтика включает в себя средства лечебной косметики. Лечебный эффект достигается за счет особых технологии, которые вот я очень часто так или иначе показываю, демонстрирую вам. Итак, сейчас мы займемся вот чем. Для начала вам надо будет сходить и собрать вот такой вот букетик, ну, примерно на одну столовую ложку. Как вы думаете, что это за цветочки? Это, дорогие мои, пижмочка. Да, это пижма. Изумительное растение, самое главное, но очень нам понадобится, особенно для этой маски. Мы будем восполнять коллаген. Мне уже задавали вопрос, говорили, писали, теряю коллаген, караул, что делать? Восполнять его, девочки, и внутренний, и внешний. Как восполнять коллаген? Да очень просто. Во-первых, нужно кушать то, что содержит в себе коллаген. Что содержит коллаген? Да желатин. Обязательно, обязательно употребляйте в пищу желатиновые заливные. Делайте себе желе, натуральные желе. Сейчас у меня моноабрикосовая диета, и можно сделать желе из абрикоса. А также из любой ягоды. Девочки, все в ваших руках. Варите себе какие-нибудь заливную рыбу делайте, жирную рыбу, заливную, но морскую, конечно. Там также будет восполнение коллагена. Ну, холодец можете себе приготовить только из индюшатины. Курятина, индюшатина, но ни в коем случае не надо использовать мясо свиньи. Так вы только разрушать себя будете. Итак, берем столовую ложку. Сейчас это как внутри восстановить коллаген, а как внешне. Беру столовую ложку цветков пижмы. Вот вы видите, да, здесь у меня плавают цветочки пижмы. Я, наверное, вот так вот поставлю. Так будет удобнее, видно и наглядно, понятно, потому что вы видите и пижму, вы видите и... Где-то столовую ложку я взяла, залила вот таким количеством, ну, грамм, может быть, 50 кипятка. Настоялась. В теплую, хорошо теплую водичку добавила пол чайной ложки желатина. Вот он у меня срезанный и добавленный. Получилось у меня, как бы заварила и подождала, пока остынет. Уже как киселик такой, знаете, как кисель тянущийся и липкое вещество. Это коллаген, это то, что нам нужно. Почему я использую пижму? Потому что цветки пижмы обладают антимикробным, бактерицидными, мощнейшими свойствами. Если вы много работаете на улице, я летом много работаю, на солнце тоже приходится, часто езжу на море, потому что море рядом, постоянно на озере, потому что озеро в окне. Ну, в общем,
Какие-то проникают бактерии, которые мы не знаем. Хотите вы этого или нет, если вы часто плаваете. Я плаваю постоянно во всех источниках, каких только можно. И в йодовых, и в лазурных, и во всех. И поэтому лицо так или иначе сталкивается с бактериями, даже и с водорослями, даже непонятной этиологии. Это тоже может вызывать сильное раздражение. Так вот, периодически я делаю примочки из пижмы, потому что она мощнее даже череды. Настолько она антибактериальная, бактерицидные свойства и антисептик мощнейший. Поэтому я беру ее. Кстати, она и от крестов очень хороша. И беру ее для лица. Сейчас она мощная, агрессивная. Это не говорит о том, что она вам агрессивно может попортить лицо. Наоборот, она сейчас агрессивно будет бороться с бактериями, которые так или иначе попали на эпидермис. Кстати, без проблем цветки пижмы можно купить практически в любой аптеке. Цветки пижмы, они содержат камфору, жирное и эфирное масло, которое мне нужно, флавоноиды, я рассказывала за них, алкалоиды, смолу, сахара, дубильные и вот эти вот горькие важные вещества. Также ряд витамин. Поэтому вообще многие считают, что пижма это как бы панацея от всех болезней во многих народностях. Но мне сейчас она необходима для борьбы с непонятной этиологией всякими бактериями. Я всегда это делаю в этот период времени, середина июля и конец августа всегда. И использую коллаген, восстанавливаю коллаген, потому что за июнь месяц, после всех моих походов, после всех моих путешествий, я люблю походы, вы видите, что я постоянно то там, то сям. Это мне не мешает при этом работать и зарабатывать деньги. Чтобы мне не писали, там вы ничего не делаете. Дай Бог каждому, чтобы так работали, как работаю я. Я всегда все делаю. Не имею вообще привычки сидеть на шее у мужа или еще у кого-либо, у родителей, или никогда не было такого. Нет и не будет. Итак, я запарила ложку пижмы. Почему я ее запарила, я вам уже объяснила. Почему я распушила здесь желатин, пол чайной ложки желатина? Потому что желатин вообще это и есть тот самый нужный нам для лица коллаген. Достаточный уровень коллагена, он как бы выступает своеобразным, что ли, как сказать, гарантом красоты и свежести кожи. К сожалению, выработка этого нужного вещества не находится в течение жизни на одном уровне. Вот именно после 30 лет уровень коллагена резко падает. Если вы делаете ту или иную маску, но вы не делаете коллагеновые маски, то те маски вам не восполнят никак. Они будут питать, они будут слегка разглаживать морщинки, они будут цвет лица улучшать, но питать кожу, понятно. Но тот эффект, который вы получите от коллагена, но опять-таки говорю, нужно и внутри, и внешне его принимать. То есть делаем желе из абрикоса, ну это я про себя сейчас говорю. Делаю желе из абрикосы, это у меня внутренний коллаген идет. И также внешне делаю вот эту маску. Она у меня достаточно нормально остыла. И теперь на этом этапе, девочки, я беру уже такую довольно-таки как медообразную массу. Одну чайную ложку на один раз мне хватит. Я делаю ее на один раз. Естественно, курсом. 7 дней я буду делать эту маску. Дальше добавляю, вы видели, да, одна чайная ложка. Дальше я добавляю одну чайную ложку сметанки. Мне нужна жирность. Дальше я добавляю витамин Е. Продается в любой аптеке. Вы можете купить 3 копейки стоимость витамин Е или еще называют, называют еще альфа-токоферол ацетат. Тоже добавляю сюда. 3 капли, больше не надо.
Три капельки, больше ни в коем случае. Дальше одну каплю эфирное масло лимона. Отбелит слегка, не нужно отбелить. И подарит очень приятный запах. И одну каплю в нашу маску мяты. Вот такая у нас масочка получается. Так, немножечко расслабит мышцы, немножко успокоит, если у кого какой был зуд. Я размешаю все это сразу же, как бы покрою жиром. Покрою жиром. Обязательно добавлю буквально чуть-чуть, 1/3 чайной ложки меда. Ох, я люблю такие маски. Обожаю. Люблю крахмальные, люблю желатиновые маски. Все это восполняет мне коллаген. И пусть у меня немножечко эта масочка настоится. Ну, кто-то скажет, жидковато. Продаются специальные коллагеновые салфеточки. Когда мы ездили в Германию, я видела коллагеновые салфеточки в упаковках. Вы открываете упаковку, берете просто салфеточку и накладываете на себя. Вот эта маска. Вот она, эта маска коллагеновая. Берете салфеточку, у меня специальная масочка. Промакиваете хорошенечко и накладываете на себя. И все, и готова маска. И лежите с ней 15 минут. Можете опять промокнуть, опять наложить. Можете шарами, можете просто пальчиками себя промокать. Ну вот как я делаю. И все. Это маска. Она... А, кстати, почему коллаген уходит? Почему он уходит быстро у многих, у других не очень? После 30 я же вам говорю, что производство коллагена просто ослабевает. И со временем он практически перестает синтезироваться. Вот почему, девчонки, вот почему наступает вот эта усиленная паутинка морщинок. Вот я бы сказала так, на коже. Кожа становится пересушенной, дряблой, на ней появляются вот эти вот... Сетка вот эта морщинистая. Ситуацию еще усугубляют стрессы, плохая экология, переутомление, вредные привычки, особенно курение, особенно неправильный уход за кожей, алкоголь, недостаточное увлажнение. Про увлажнение я рассказывала только недавно. Почему я вот внизу дам обязательно ссылочку. Я увлажняю, постоянно увлажняю кожу лица, увлажняю кожу своего тела, даже увлажняю постоянно волосы. Вот по этой причине, потому что останавливается производство коллагена в нашем организме. Вот так вот. И чтобы помешать вот этим признакам старения, оставить свой неприятный отпечаток на лице, вот необходимо обеспечить коже коллагеновое питание. Питаете ли вы свою кожу коллагеном? А внутри себя вы коллаген внедряете? Кстати, пусть эта масочка немножко постоит, чтобы еще больше желатин распушился. Кстати, использовать коллагеновые маски можно не только в косметическом салоне, но и дома, вот как я. У меня подруга предпочитает косметический салон. Не сказала бы, имя не буду ее называть, потому что вы, ну, сразу ее узнаете. Не сказала бы, что, ну, в общем, не буду, потому что в этом косметическом салоне работает наша общая знакомая. Поэтому я вам скажу, если вы регулярно применяете коллагеновые маски, регулярно это так, в 2 месяца или в 3, ну максимум 3, нужно делать 7-дневный курс, именно курс. Во-первых, улучшается кровообращение в тканях, выводит токсины, увлажняет кожу, активизирует клетки для самостоятельной выработки коллагена, пижмочка, мед.
И вот эти вот все масла, витамин Е способствует омолаживанию. Избавляетесь от мелких морщинок, это 100% у вас как бы натягивается так вот лицо. Становитесь как порцеляновая такая статуэточка. Вот такой эффект дает эта маска. Делается контур лица четче, а тон свежим и равномерным. И вообще, нужно всегда восстанавливать кожу после изнуряющих работ, особенно на солнце. Если вы думаете, что вы отдыхаете на море, это изнуряющая работа для эпидермиса кожи. Особенно тяжело избавиться в области глаз от синяков, отеков, мешков. Коллагеновую маску среднее время, еще раз говорю, удерживаем на лице 20, ну можно и 30 минут, от 15 до 30. Если вы постоянно увлажняете ее, увлажняете, делаете столько, сколько вам понадобится. Может быть, в два раза больше, чтобы в течение 30 минут увлажнять. В два раза, ну или же вот такое количество на 15 минут. Шарами наносите. Что такое шарами? Это слоями. Один слой, второй, третий. Ну и, конечно же, во время действия маски надо обеспечивать коже, любой маски, нужно обеспечивать коже покой и расслабление. А после окончания процедуры я рекомендую теплой водичкой, но ни в коем случае не из крана, потому что хлор – это еще один из агрессоров, который забирает коллаген. Вот и все. Держите бутылочку для лица, чисто для лица. И после умывания минеральной водичкой, я имею в виду, можно с газом, можно без, с газом даже лучше. После умывания такой водичкой, после окончания процедур тепленькой, вы наносите крем. Питательный, хороший, домашнего изготовления крем. Внизу сделаю ссылочку тоже на крем. Кто не знает, как просто сделать настоящий крем, используя космецевтику. Космецевтика я бы уже назвала не хобби, а наука, но проникать надо. Итак, будьте здоровы и пусть ваше личико всегда сияет, а я сейчас ее, эту масочку нанесу. Я вас всех люблю, будьте благословенны вы и ваши детки. Всегда восполняйте коллаген лица и также внутри восполнять коллаген нам необходимо.